Имеет ли смысл соединять несколько нейронов друг за другом, имеющих линейную активационную функцию? Давайте рассмотрим этот вопрос. Допустим, у нас есть три нейрона, у которых линейная функция активации. И у них два входа, X1 и X2. Каждый из этих входов скармливается и в первый, и во второй нейрон, а результаты работы первого и второго нейрона скармливаются в третий нейрон. Что же будет делать такая сеть? Результат работы этой сети можно представить в виде вот такой вот функции, где Y2 и Y1 – это результат работы первого и второго нейрона. Поскольку f – это линейная функция, это будет равно просто аргументу. Y2 и Y1 – это результаты работы вот этих нейронов, первого и второго. Соответственно, их тоже можно раскрыть в виде функции. В результате у нас получится вот такое выражение, где f – это опять же линейная операция. Это будет аналогично тому, что мы просто вес домножим на аргумент этой функции. И результатом будет вот такое выражение. Стоит отметить, что вот это и вот это – это числа. Результатом будет всего лишь линейная комбинация из входов в эту нейронную сеть. Таким образом, не имеет смысла скармливать результаты работы линейных нейронов в другой линейный нейрон, в том случае, если каждый из первых линейных нейронов получал на вход все аргументы такие же, как все остальные нейроны в этом же слое.